Карачаево-Черкесии завершился первый цифровой форум «Космос для людей», который прошел на базе «Сауран» в Нижнем Архызе. Два дня участники обменивались знаниями и полезными идеями в сфере космических технологий, а студенты представили инновационные проекты для оценки экспертам. Фатима Даурова подробнее. Вопросы развития высоких технологий на высокогорном форуме обсуждали ученые умы со всей России. 200 делегатов из 40 регионов страны, среди которых ведущие эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, научно-образовательных и некоммерческих организаций, а также студенты различных вузов страны. Так, дорогие друзья, сегодня у нас второй итоговый день нашего цифрового форума «Космос для людей». И сегодня в рамках итогового пленара мы с вами заслуживаем итоговые доклады по всем направлениям: дистанционное зондирование Земли, связь, наука и студенческий трек «Решаем вместе». В рамках проведенной работы по трекам были рассмотрены вопросы региональных органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти. Мы посмотрели, каким образом встраиваются коммерческие организации в процессы всех тем, которые были обсуждены. За два дня эксперты рассмотрели, как новейшие технологии могут применяться в науке и промышленности, какие ограничения стоят на пути их развития, и внесли свои корректировки, предложения и решения. Молодое крыло форума в лице студентов расправило крылья и показало старшим и более опытным коллегам способность не только взлететь, но и удержаться на высоте. Речь идет об инновационных проектах на тему применения космических технологий, которые они продемонстрировали экспертам. Мне в первую очередь понравилась тема, озвученная на этом форуме. И, в принципе, сама по себе тема космоса очень интересна для физиков, для математиков, для информатиков, которые будут там программировать, изучать все это и в конечном итоге использовать технологии космоса для жизни на Земле. Мы вот здесь подготавливаем проект, рассказываем проект для экспертов, со своей точки зрения, что мы могли бы взять из технологий космоса для того, чтобы улучшить жизнь здесь на Земле. Студенты Карачаево-Черкесского госуниверситета разработали проект по внедрению искусственного интеллекта в образовательную сферу. Их идея предполагает использование спутниковых систем, благодаря которым школьники смогут изучать естественные науки в режиме реального времени. Любые форумы для молодежи – это способ найти, во-первых, что-то интересное для себя, познакомиться с опытными людьми. И, в принципе, чем чаще проводятся такие мероприятия, тем лучше для общего развития, собственно, тех, кто сюда приходит. И, к тому же, это если помимо общей образовательной темы, это может подойти людям, которые могут через это найти свое призвание. Допустим, вот здесь было представление вчера о том, что могут взять на стажировку в космическое агентство и там подготавливать людей к работе с компаниями, которые отправляют спутники на орбиту. В том, что будущее космоса в надежных руках молодого поколения, уверен и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрей Заренин. В рамках форума он также посетил мастер-класс по конструированию спутников, где школьники продемонстрировали умение создавать копии космических аппаратов. Впереди у них новые горизонты и победы, и намечен правильный курс на освоение космоса. Фатима Даурова, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево-Черкесия.